Здравствуйте, дорогие ребята! Сегодня мы с вами снова займемся поделками. Вам понадобится картон, двухсторонний скотч, нитки любого цвета, гуашь, ножницы, кисточки, вода, карандаш. В общем, все как обычно. На картоне нарисуйте, пожалуйста, контур, силуэт, как вы видите на видео. Его нужно вырезать по контуру ножницами. На оставшемся картоне нарисуйте лапки для лисы. Их будет 4. Нижние лапки будут по форме, как сапожки. Верхние лапки мы сделаем по форме, как сосисочки. Постарайтесь расположить на картоне детали так, чтобы у вас осталось как можно меньше отходов. Если вам тяжело самим вырезать картонные детали, попросите кого-нибудь из взрослых вам помочь. Это недолго. Не забудьте про хвостик. Вот все детали в вырезанном виде. Можно приступать к сборке. Я использую во многих случаях двухсторонний скотч. Это просто и удобно. Прикрепите детали так, как вы видите на этом видео. Прижмите поплотнее. Настала пора раскрасить нашу лисичку. Обратите внимание, какие детали я раскрашиваю каким цветом. Кончики всех лапок, кончики носика, кончики ушек, хвостика. Все эти детали будут белого цвета. Берите белую краску погуще, не добавляйте в нее воды, и вы увидите, что результат будет отличный. Прокрасьте все детали белым цветом очень тщательно. Кроме лапок, хвостика и ушек, не забудьте также, что белым цветом мы прокрашиваем край платья лисички. Нижний а также верхний. Для следующего шага вам понадобится смешать. Помните, что не в баночке, а в крышечке два цвета – желтый и красный. Какой цвет мы получаем в смешении? Конечно, оранжевый. Прокрасьте лапки лисе оранжевым цветом. Сделайте это тщательно и аккуратно. В том месте, где краска примыкает к белому, добавьте больше красного. Сделайте растяжку, чтобы оранжевые лапки постепенно превращались в красные. Разберетесь, как это сделать? Такая же точная история с лапками внизу, хвостиком и мордочкой. Посмотрите внимательно, как это сделаю я сейчас. Вы видите растяжки на хвостике, на лапках и на мордочке. Попробуйте повторить. Настала пора для небольших деталей. Я взяла совсем маленькую кисточку и начинаю украшать лисе платьице или шубку. Как вам нравится, так и назовите. Маленькие детали нужно делать с любовью, очень неспешно и аккуратно. Улыбка. Ноздри, также я хочу украсить воротничок платья лисы. Я украсила все, что хотела. Обратите внимание, подошвы
Ботиночек, в которые обута лиса, тоже имеют черные отводки. Нарисуйте глаза. Вот наша лиса готова. Я сделала ей коготочки, нарисовала черные точечки в глазах. Завершающим этапом я хочу украсить ее шарфиком. Для этого я взяла отрезок нитки подходящего цвета и на шее завязала ей бантик. Умеете завязывать бантик? Попросите маму, она вам поможет. Расположите его симпатично. Наша лиса готова. Посмотрите, как здорово у нас получилось.